Привет всем, с вами вновь профессор Гуглов. И сегодня мы с вами поговорим о том, как растет еда в естественной среде. Многие из вас даже не подозревают, например, как выглядит горчица до того, как превратится в тюбик, наполненный острой приправой зеленоватого цвета. Прежде чем наши любимые фрукты, приправы, специи, орехи или овощи попадают на стол, они выращиваются и только потом доставляются по всему миру. Они часто выглядят совершенно не так, как мы к этому привыкли. Семена, стебли, корни. Вы точно уверены, что знаете, как это все выглядит изначально? Итак, смотрим и наслаждаемся. Ну что ж, я надеюсь, что я вас хоть немножко удивил. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся!